Всем привет! По-честному, видно ли хоть как-то визуально, что корзинка постепенно опустошается? По-моему, нет. Хотя странно, по идее уже столько рисунков изрисовано. И учитывая, что каждый раз по три бумажки берется. Хотя я не помню, как она выглядела изначально, потому что она прям с горкой там была. Надо будет пересмотреть первые выпуски. Ну да ладно, чё, давайте высыпать и смотреть, что сегодня выпадет. Ой, вроде как вот это упало самое последнее, поэтому я ее верну в корзиночку. Часто в комментариях видел предложение начать смешивать большее количество животных, но мне кажется, это очень сложно будет сделать. То есть я три часто с мучениями смешиваю, обычно там преобладает одно какое-то существо, окрас или какая-то основная деталь от второго, и третье уже там просто на каких-то минимальных детальках только отыгрывается. А четыре, я думаю, это вообще какой-то сюр будет. Хотя не знаю, смотря какие животные опять-таки. Как в прошлый раз с богомолом было или что-нибудь попроще. Паукообразная обезьяна. Как я не люблю обезьян. Классное начало выпуска. Так. Ой, я от смеха бумажку сдула. Кецалькоатль. Ебой. Кецалькоатль. И паукообразная обезьяна. Просто что? Так, ну и третье. Индокитайский тигр. Я не знаю, что это за подвид тигра такого. Индокитайский. Но звучит офигительно. Мне не нравится бумажка с обезьяной. Можно я ее выкину? Ладно, шучу. Не выкину, конечно. Что ж, айда искать рефы. Так, ну, на самом деле, индокитайский тигр не особо отличается от обычных тигров. Единственное, что, насколько я поняла по Википедии, он чуть-чуть меньше амурского того же самого. Или индийского. Но в целом, такой стандартный тигрик. Ладно, чтобы было все по-честному, давайте насохраняем рефов именно его. Не будем мухлевать. Какой кошак довольный. Какая морда довольная. Блин, обожаю тигров. Они все-таки такие клевые. О, а это выглядит как следующий этап моих предварительных скетчей. Не, я все-таки рада, что тигр выпал. Тигров я прям обожаю. Ну, собственно, Кецалькоатль. Минусы поиска рефов на давно вымерших животных — это то, что фоток-то нет. Зато скелетики есть. Просто фиг их знает, как он выглядел на самом деле. Может быть, вообще никак его рисуют. Может, у него там вообще какая-то лютейшая внешность была. Хотя у него она и так лютейшая. Ну, посмотрите на эту гигантскую тварь. Она даже, блин, в экран айпада не помещается. Я обожаю Кецалькоатль всей душой. Я уже много раз их рисовала, потому что... Ну, это просто какой-то сюр, а не существо. Гигантская, пернатая, мохнатая тварина. Огромная просто. Просто, блин, представьте на секунду, если бы они не вымерли и каким-то образом сохранились до наших дней. И вот такие вот гигантские штуки размером жирафа у нас бы летали за окном. Вот так вот бы это все выглядело. По-моему, это просто жуть какая. Очень страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Еще эти бошки гигантские, кошмар. Красивые, но просто жутчайшие. Ну и менее любимая моя часть — паукообразные обезьяны. Вот, кстати, паукообразные обезьяны — это ж типа не отдельный вид животных. Их дофига разных на самом деле. Просто обычно, вроде как, когда говорят паукообразные обезьяны, представляют вот этих вот чуваков, черненьких. Я думаю, я не знаю, я стараюсь не думать об обезьянах, но приходится. Давайте их сохраним, мало ли. Ну, они такие черные, более паучьи, что ли, не знаю. Ну, блин, жуткие какие-то. Ну, ладно, по чесноку они не прям самые мерзкие обезьяны на свете, потому что из-за их не совсем стандартного для обезьян телосложения, все-таки они слишком длиннолапые, они немножечко напоминают котичков каких-то, поэтому у меня к ним меньше негатива. Господи, он как мем какой-то. Так, ну окей, рефов я себе насохраняла, пора скетчить первоначальные наброски и вообще придумывать, что с этим комбо сегодняшним делать. У меня пока... Вообще даже представлений примерных нет. Так, ну, я сделала предварительные стандартные уже скетчи. Вновь обрадовалась, что выпал тигр, потому что тигры, по-моему, просто прекрасные. Но при этом возникла проблема. Я когда нарисовала обезьяну, осознала, что обезьяна, в принципе, из самого интересного, это, наверное, именно строение такое очень длиннолапое, горизонтальное, но у меня уже был подобный монстряк в этой рубрике, причем относительно недавно. И если бы я сегодня взяла обезьяну именно из-за строения ее, то получилось бы существо очень похожее на этого чувака. Поэтому буду думать, как этого избежать. Так, ну, собственно, новый разворот. Я, кстати, заметила, что у меня, в принципе, ни разу не было существа, который просто стоял на всех четырех лапах. Это звучит максимально странно. Ну, ладно, вот этот стоит на четырех лапах. Но все равно, помимо него, они в основном сидят.
сидят, идут, лежат, сидят, стоит на двух, и вроде как идет на четырех, но одна лапа поднята, и все равно какая-то такая нелепая поза. Поэтому я, наверное, сегодня сделаю более классическую четырехлапую стойку, чисто разнообразие ради, как бы абсурдно это ни звучало. Кстати, заметила еще, насколько сильно похожи задние лапы Кецалькоатли на реконструкциях на задние лапы обезьян паукообразных. Они прям буквально одинаковые. Буду это иметь в виду. На самом деле, скажу так, это существо мне далось, наверное, самым простым из всех пока выпусков, потому что у меня, несмотря на изначальную какую-то неуверенность, довольно быстро родилась в голове общая задумка, общая концепция. В принципе, из-за того, что в сегодняшней комбинации присутствует представитель большого кошачьего, то есть тигр, и типа вроде как птица, то есть Кецалькоатль, у меня не сразу вместе сгенерировали образ грифона. Грифона такого. Ну, то есть грифоны у них там орлиные головы, тела львов, и вот что-то вот такое сразу родилось. Я допустила ошибку сегодня в плане, что у меня в голове была четкая идея, что задние ноги, передние у него будут тигрины, а задние у него будут обезьяне, такие черные, тонкие, смесь обезьяньих и кецалькоатльских. Господи. Но в момент прорисовки скетча и в последующем лайне я вообще забыла, у меня вылетело это из головы, и я в итоге на автомате нарисовала вторую пару лап тигринами тоже. Это тупо максимально, потому что от обезьяны в итоге почти ничего нет, кроме хвоста. Ну, хотя бы хвост есть, и на том ладно. Я торжественно клянусь, что в следующий раз, когда мне в этом челлендже попадется что-то обезьяне, я, конечно, искренне надеюсь, что такого больше не будет, это я уже вытащила все карточки с обезьянами, но если вдруг, я постараюсь в этом существе сделать побольше обезьяны, потому что пора уже перестать держаться в зоне комфорта и уже нарисовать что-то, блин, более обезьяне, потому что, да, я их не люблю, но надо рисовать все. В общем и целом, это существо какое-то даже слишком ленивое, что ли, именно в плане рисунка, потому что, ну, это типичный такой грифон. Ну, ладно, не совсем типичный, может быть, но все-таки строение у него такое максимально грифоневое и максимально химерное, то есть это когда у какого-то несуществующего создания все равно очень очевидно прослеживают прям половины каких-то реально существующих животных. То есть, как это было с древнегреческой химерой, там у нее голова козла, голова льва, хвост змеи. И типа по отдельности ты прям четко видишь разные животные. Я все-таки в этом челлендже для себя решила, что буду смешивать животных более плавно, чтобы они как бы все равно узнавались, но все равно видно было, что это какое-то единое создание, а не Франкенштейн, слепленный из разных частей. Сегодня мне эта задумка не совсем удалась, но в общем и целом, забегая вперед, скажу, что мне, правда, нравится получившийся зверь. И из-за того, что его было тупо максимально легко рисовать, и из-за того, что мне, в принципе, нравится его образ, его цветовая гамма и рисунок. Короче, мне нравится рисунок, честно. Еще сегодня был максимально быстрый этап покраса, то есть обычно в среднем в этих выпусках я раскрашиваю один рисунок акварелью часа три, ну, плюс перерывы, когда я жду, пока просохнут слои между друг другом. Но сегодня у меня максимум час, наверное, на покрас ушел, потому что мне как-то удалось в первый раз подобрать хорошие яркие оттенки, и не приходилось потом наслаивать миллион слоев. То есть я сразу определилась, что это будет в первую очередь тигр по окрасу, он будет рыжий, у него будут полоски, но при этом у него будут черные части тела, как отсылка к обезьяне паукообразной. Ну и немножко ярких аспектов там в клюве, в гребешке, что-то, возможно, от внешнего вида Кецалькоатля. Естественно, я не обошлась без вот этих вот декоративных точечек по скопенами на последних этапах, потому что мне было ощущение из-за того, что рисунок, в принципе, быстро нарисовался, что он как будто не дотягивает по проработке до других рисунков. Поэтому я в какой-то момент очень долго сидела, просто залипала в остальные рисунки, листала очень быстро страницы скетчбука и пыталась как бы со стороны на это все посмотреть, но у меня все-таки не удалось максимально отрешенным взглядом это все увидеть. И будет, правда, интересно послушать ваше мнение в комментариях на этот счет, потому что я уже видела иногда комментарии под другими выпусками, что я слишком ленилась на каких-то определенных выпусках, и типа якобы рисовала животное более простое, чем другие уже нарисованные. Короче, не знаю. Буду рада почитать. Спасибо заранее. Ну и как-то так. Я не буду клеить в этот раз красную вот эту бумажечку. Особо внимательно заметили, возможно, что я ее в прошлый раз не клеила, потому что я тупо потеряла вот эти свои стикеры. И за неимением замены пока ограничу
научусь вот без бумажек, найду, сразу наклею на несколько. Не переживайте. Ну, короче, мне этот чувак очень понравился. Мне кажется, он здоровский. Мне кажется, он очень органичный, приятной цветовой гаммы. Возможно, кто-то скажет, что у него крыло слилось с телом по цвету, но мне кажется, это в пределах нормы. Я не хотела прям как-то сильно по окрасу отделять крылья, чтобы все-таки создавалась иллюзия, что это единое существо с каким-то общим окрасом на все туловище, но просто сделала их чуть поярче, под клюв. Ну и, собственно, такое вот завершение сегодняшнего выпуска. Такой вот тигровый кицалькоатлевский грифончик с маленькой капелькой обезьянки. Спасибо вам большое за просмотр. Вам, как всегда, вдохновенница. Больше рисуйте, не уставайте, не переутруждайтесь и не болейте. Я вас всех люблю. Пока!